Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Собираемся. У нас сейчас будет розыгрыш. У нас сейчас будет розыгрыш 10 тысяч рублей на летний шопинг в магазине Топ-Топ. Знаете, да, такой магазин? Вот. А для того, чтобы розыгрыш был максимально честным, нужно было выйти в эфир в прямой, чтобы вы все видели, что все прозрачно и честно. Хорошо? Добрый день, всем привет. Собираемся, собираемся. Сейчас будет розыгрыш. Розыгрыш 10 тысяч рублей на летний шопинг в магазине Топ-Топ. Добрый день. Всем здравствуйте, добрый вечер. Ну что, приступаем к розыгрышу. Так, у нас сейчас 341 человек в эфире, но я думаю, что этот эфир смогут посмотреть в записи все, кто захочет. И для этого, в принципе, прямой эфир и записывается. А сейчас начинаем. Ура! Итак, находим пост. Вот. Вот это пост с розыгрышем. Дарим летний шопинг вместе с Топ-Топ. Прими участие и выиграй 10 тысяч рублей. 1023 комментария. Что же там купишь на 10 тысяч? Ну, не хотите, не покупайте. Можете отдать эти деньги мне. Так. Значит, смотрите, мы включаем сначала новые комментарии. Вот слово «стоп» было 6 минут назад, это написала я. Все, что ниже, 1022 комментария, это все участники конкурса. Поехали. Листаем. Всем удачи. Всем удачи, девочки. А мы продолжаем с вами листать. Очень много комментариев, наберитесь терпения, немножко покрутим колесо фортуны для того, чтобы максимально честно подойти к этому, хорошо? Итак, поехали, крутим, 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 крутим. Очень многие грамотно делают, пишут сразу много комментариев, молодцы. На самом деле это правильно. Для того, чтобы увеличить свои шансы, можно было писать много комментариев, просто нужно указывать было разных знакомых, разных людей. Понятно? Так, ну что, болеете? Кто у нас за кого болеет? Так, крутим. Сейчас все, вот просто прогрузятся все комментарии, и тогда мы уже сможем спокойно крутить. Все, вот видите, максимальное количество комментариев. И вот теперь уже можем спокойно крутить. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Давайте досчитаем до 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Так, кто это у нас? Так, Юля Корягина. Юля Корягина. Юля Хоружина. О, Господи, какая я вообще некультяписта. Юлия Хоружина выигрывает у нас. Так, выигрывает у нас шопинг летний на 10 тысяч рублей. Так, я сейчас делаю скрин. Отправляю. Ой, неудачно. Отправляю это в Топ-Топ. И Юлия Хоружина у нас получает 10 тысяч рублей. Все, дорогие мои, всем пока!